Одна из главных тем совещания – квоты на вылов рыбы для владельцев среднетоннажных судов. По новой государственной программе субсидию из бюджета на строительство судов и квоты получают только те рыболовецкие хозяйства, кто готов приобретать и строить крупнотоннажные суда. Но в Архангельской области их использование нецелесообразно. Кроме того, гораздо больше отечественных судоверфей могут строить среднетоннажные суда. Здесь вопрос выживания поселков. Поселки, помимо того, что они ловят рыбу, приносят налоги, ну и так далее, дают работу, они еще несут большую социальную ответственность. По поручению губернатора Архангельской области Игоря Орлова правительство региона подготовило предложение о поддержке рыболовецких колхозов Поморья. Их озвучат на одной из площадок в ходе арктического форума. Я надеюсь, наши аргументы будут услышаны, и мы будем продолжать работу для того, чтобы интересы рыболовецких предприятий Архангельской области были учтены в полной мере в плане выделения инвест-квот. Также на встрече обсуждался вопрос о разделе промысловых вод между предприятиями области. Здесь представитель федерального ведомства Василий Соколов выразил готовность оказать всяческую поддержку. Сейчас договорились о том, как будет действовать комиссия, которая сформирована в субъекте по формированию границ, и как мы будем отрабатывать это с дальнейшим выставлением по торгам. Я думаю, в ближайшие полгода ситуация коренным образом изменится, и все желающие получить воду под рыборазведение, я думаю, будут удовлетворены.